Всем привет! В сегодняшнем видео мы расскажем вам про нашу чудесную сетку для подъемников, какие виды бывают и чем они отличаются. Рассмотрим первый вариант. Это очень жесткая и неэластичная сетка для подъемников с квадратными ячейками. Она совершенно не тянется и тяжело сминается, зато хорошо держит форму и объем. Страна производства этой сетки – Турция, и она представлена у нас в двух оттенках – белый и молочный, и в двух размерах ширины – 150 и 290 сантиметров. Ссылку на эту сетку оставим в описании под видео. Такая сетка особо популярна у создателей свадебных платьев. За счет жесткого нижнего яруса удастся создать платье, как у настоящей принцессы. Второй вид турецкой сетки отличается своими ячейками и жесткостью. Это сетка средней жесткости. Эта сетка имеет вытянутые ячейки, переплетенные между собой. Она совершенно не тянется, но легче поддается деформации. Ее можно использовать в качестве подъюбника для свадебного платья, а также для юбки-пачки. Также такая сетка хороша будет для корсетов. Она у нас представлена в двух оттенках, в белом и молочном, а также с разной шириной – 290 см и 150. Турецкая жесткая сетка – это то, что нужно для пышных свадебных платьев. Приглашаем за покупками в наш магазин Декабай на Машерова 10.